Спасибо спонсорам за их поддержку. Всем привет, с вами снова Марти, и это третья часть геймплея с игры «Зона конфликта». Кто не видел предыдущие две части, рекомендую посмотреть. На всякий случай напомню, чем закончилась предыдущая серия. К счастью, ногу я себе не сломал, отделался сильным ушибом, аж до сих пор хромаю спустя две недели. Отсидел примерно час на базе и побежал, точнее похромал в атаку со всеми. А спонсор этого видео – мой Инстаграм. Если хочешь быть в курсе моих обновок, ближайших видео и чем я вообще занимаюсь по жизни, подписывайся. Ссылка в описании к видео. Наши парни начали штурм одной из точек, я иду за ними. Атака пошла! Дальше. Дальше, справа. Прямо наш? Да, я вижу. Правее противник. Дайте. Говори, покажи, где? Где? До стены противник? Наши уже внутри, аккуратно. Слева наши. Я приду, быстрее. Вперед, не стои. Мы заняли позиции у коровника, но в него войти не можем. Так, сейчас граната пойдет, парни. Скажи, где противник? Дай направление. Не стреляй! Секунду! Парни, надо работать ближе, подбегайте! Этот фланг, подбегайте, бегом! Смотри, право! Красавчик! Смотри, право. Четко! Да мы в здание запрещены, говорили. О, случайно долетел. Подбегайте к зданию! Тут фланг начал, давайте в угол сделать. Можно на угол встать! Все. Так, я вдоль окна, парни, не толпимся, работаем. Да вот гранату бы туда кинуть, да, для уверенности. Куда? Да вот сразу в окно. Вот сразу так. В окно? Да. В окне есть там? Не вижу. Цель. Минус снял, есть, минус один. За колоннами, 20 метров от входа, в глубине здания. Аккуратней, голова моя. По камере. К стене, плотно, давай. Парни, работайте по окнам. Еще минус один. Парни, пробегайте дальше вдоль окон, выстраивайтесь и работайте по ним. Пригнись и пробеги вперед. Я по этому окну работаю. Вы по следующим. Я один по этому окну. Дальше. Пригнись. Тут никого нет. Надо дальше работать, отдвигать их.
Они напротив, в тех окнах сидят. Да. Все, вижу. Внутри есть, кто нет, внутри есть, кто. 30 метров чисто, внутри 30 метров чисто. Они оттеснились и из-за окон работают. Снаружи? Да, да, аккуратно, оттуда уже работают по тебе. Вот вижу, через окно. Так, парни, кажется, между коровников справа уже зашли. Кажется, справа уже. Кажется, оттуда работают по нам. Противник очухался и начал контратаку. Нас с двух сторон уже обрабатывают. С правой стороны тоже уже работают по нам. Кройте тот угол здания! Аккуратно, аккуратно! Бегом к зданию, к зданию, к зданию! Зданию быстрее, Тёма, быстрее к зданию! Работают из-за угла. Чуть не упал. На этой гранате не сработали. Они уже далеко, они за окон работают по нам. С той стороны? Да, вот с той стороны здания. Как остановка? Покажите остановку по точкам. Снял. Есть. Так, по нам работают оттуда. Кажется, оттуда работают. Аккуратно. Отходи потихоньку. Отхожу. Открой. Держи угол. Вот этот угол держи. Они оттуда работают. Короче, они оттуда наступают уже. Нас, видишь, наших отогнали. Коровника. Парни, добрый. Парни, надо тот коровник занимать добрый. И продвигаться, потому что они между коровником сейчас работают. Ну, я сейчас что-то граната прилетит, я вот чувствую просто. Почти тот коровник. Все. Вижу, вижу, вижу. Типа идет там. Крыша, крыша. Вижу. Все, и не попал никто. Так, осталось два магазина. Наша атака окончательно захлебнулась, поэтому я решил остаться держать это здание. Хорошо. Надо подсредиться. Какая обстановка, скажи мне. Говори, что там, скажи. Коровник занят, у нас по диагонали шаг сидит и компания. Так заняли наши коровник этот? Нет, занят противником, оттуда через окон простреливают вот до этих кустов. Вот видишь, ну да. Там все, всех наших вынесли, кто там был? Да. Блин. Да. Стоило мне уйти, всех вынесли. Всех вынесли под годной гранатой. Ну это сверху, наверное, кинули с крыши, да? Ну, я не буду там, поэтому не могу. Ну с крыши, скорее всего, потому что он пока пробежал, я не смог его убить. Он добежал, наверное, гранату кинул. Мы собираем силы для новой атаки, но мне необходимо сперва сменить позицию. Готовы? Ты готов? Раз, два, три, пошли. Все, парни, пошли!
Казин! Бегите, бегите! О, убит! Крыша! Я не успел пробежать буквально 1 метр, и меня подстрелили справа, но ничего, в следующем видео мы обязательно возьмем этот чертов коровник. Ну а мне не забудьте поставить лайк, в описании полезные ссылки, подписывайтесь на мой канал, мои социальные сети, и всем удачи на игре. Не, второй раз. Второй взрыв.